Взял камрюху сегодня на 5 дней погонять. Вот такую вот. Новенькая, кстати, 21-го года, но не рестайлинговая нифига. Вот. Посмотрим, что у нас получится по заработку. Работать будем, блин, не знаю, сколько. Пока силы, короче, будут. Так, что там у нас? Вот такая машина. Ну, самое классное, что с кожаным салоном. Хотя кто-то уже, смотрите, бахнул стекло, короче. Ну, что так вроде. Вот. Ну все, посмотрим, что заработаем. Так, запас хода 32 километра. Вот такой вот мультируль. Ну, фиг знает, короче. Машина как машина, не знаю, что Камри, Камри все, короче. Обычная Kia Optima на самом деле. 6 часов на линии. Немного оценил камрюху, до этого на ней не ездил. Что могу сказать? Не едет эта залупа вообще ни хера. Просто не едет, короче. Газ жмешь, короче, а она просто, бля, на одном месте стоит. Зато, знаете что? Никаких отмен нету. Люди видят, что это Камри, короче, я теперь понял, блин, почему Оптима отменяют, а Соната. Потому что Камри хотят ездить, блин. Оп. Видите как? Хоп. Хоп. Короче, поработал я на этой Камри 11 часов, заработал 7100 рублей. Это за вычетом комиссии Яндекса. Ну, короче, вообще работы нету. В Питере чувствуется, что это сезон туристический, особенно вечерние, ночные заказы. Все, закончились. Просто по полчаса, по часу простое. Ну, короче, но на камрюху нет отказов, короче. Если, допустим, на Оптиме, на Октавии работаю, там очень часто люди отказываются. Ну, понятно, тачку хотят получше, еще что-то. То на Камри нет отказов. Вот. Ни хрена она, короче, толком не едет, эта машина. У нее двухлитровый двигатель на такой вес. Ну, как и у Оптимы, в принципе. Но Оптиму порезвее все равно будет. В общем, как-то так. А, и еще меня 3 раза тормознули гаишники только за последний час, короче. Вот. Видно, что-то они эту тачку не любят, короче. Либо она самая угоняемая. Ну, короче, все, всем пока. Вот такой у меня просто денек.